Всем добрый день, с вами Галина Колосова, специалист по эмоциональной ароматерапии. Я напоминаю, что уже в этот понедельник, 22 апреля, стартует игра по составлению эмоциональных смесей. И какие эфирные масла вам понадобятся, я расскажу в этом видео. Вам понадобится хотя бы 2 цитруса лимон на составление смеси от стресса и для активации работы мозга, апельсин для того, чтобы составлять денежные смеси и смеси на увеличение энергии. Также вы можете заменить апельсин мандарином, если у вас есть. Мята. Мяту лучше брать кудрявую или садовую, либо перечную. Бергамотная мята не подойдет. Это у нас важный компонент антистрессовых дневных смесей. Цветочное масло. Это может быть иланг-иланг, это может быть герань, это может быть любая смесь в ролике серии Touch. Также вам понадобится масло лаванда для расслабляющих смесей, пачули либо ветивер для денежных смесей. К сожалению, заменить их нечем. Отчасти можно заменить кедром, но это не совсем то, поэтому лучше найти их или купить себе пробники, если у вас пока нет. Масло ладана. Ладан можно заменить либо мирой, либо сандалом. Масло имбиря. Вместо имбиря можно взять корицу, гвоздику, кассию, либо любой перец. Масло розмарина для смеси на активацию работы мозга, на укрепление силы воли. Вместо розмарина можно взять эвкалипт, либо чайное дерево. Любое хвойное масло, кипарис, черная ель, нутканский кипарис можно взять, можжевельник. Но я рекомендую все-таки взять кипарис классический, с ним больше вариантов смесей можно составить. Вот такой вот небольшой набор эфирных масел. Также вам могут понадобиться флаконы темного стекла на 5 мл. Вы можете взять просто пустой флакончик из-под любого использованного эфирного масла. Жду вас на марафоне. Под этим видео вы найдете ссылку, вы можете присоединиться к марафону и уже начать выполнять наше первое предварительное задание. Вернее, присоединиться к игре. Я путаюсь, что у нас будет в этот раз не марафон, а игра. Почему, я объясню чуть позже. И жду вас в понедельник, выполняющими первое задание нашей игры. До встречи!